знаете, бытует мнение, что выиграть Европу сложнее, чем мир. Дело в том, что большинство самых сильных команд находится вот именно на этом континенте. Понятно, что следить за чемпионатом мира я буду в любом случае. Будут его показывать, не будут его показывать. В любом случае я бы не поехал бы смотреть вживую, но следить я буду, потому что это мировой форум, это новые тенденции, новые веяния, новые тактические где-то взгляды, идеи и тренеров, и реализация этих взглядов со стороны игроков, и не следить, это было бы преступлением по отношению непосредственно к футболу. Я убираю политические аспекты, все, которые могут. Поэтому сравнивать чемпионат мира, чемпионат Европы и Лигу чемпионов – это клубный чемпионат, а это чемпионат на уровне сборных. Это совершенно разные турниры, но у клубов сейчас есть определенное преимущество. Они могут собирать лучших игроков, имея бюджеты, скажем так, большие бюджеты, имея возможность, они могут собрать практически каждый клуб. С той или иной стороны можно представить как сборная мира. Поэтому где-то некорректно на одну чашу весов ставить эти турниры. Но в любом случае и то, и другое достойно большого внимания.